Всем привет! Сегодня у нас такой набор: Мини Маус, Дейзи, ее котик и Мишка. Вот, Дейзи придет сегодня в гости к своей подружке Мини Маус, и она будет показывать ей свой дом, и она останется у нее с ночевкой. Давайте посмотрим, как будет выглядеть, когда мы все это соберем. Вот. Интересный такой набор, много разных игрушечек. Будем открывать. Начнем мы с домика. Будем строить дом. Мы собрали дом. Покажу вам его с другой стороны. Как он выглядит с этой стороны. Переворачиваем. Так, у нас тут много разных вещичек. Будем начинать с самого верха. Такое креслице мы поставим. Дейзи любит сидеть на крыше, смотреть. Там красивый вид у нее. Так, тут у нее подарочек стоит. И наш стул. Вот наш стул. Она будет здесь сушить свою прическу. Нам нужно зеркальце. Тут у нее кроватки такие. Можно вместе их, можно отдельно. Можно менять постельку. Мне нравится вся печка. Можно делать два яруса. Ставим на второй этаж. Ставим его в этой кроватке. Она любит спать со своим мишкой. Теперь мы поставим, у нас есть еще одна. Это для гостей кровать будет. Так, это холодильничек. Мы поставим здесь. Телевизор любит Мини Маус смотреть. Сюда их поставим еще. Маус и Дейзи. Так, за этим столиком они будут кушать. И вот два стула. Стул. Ставим сюда. Так, это будет у нас духовки пирог. Это будет игровой стол, тут они будут кушать, или можно играть настольный теннис. Давайте поставим для еды пока. Ставим ванную сюда. Давайте подарочек сюда поставим. Столик с компьютером. У него такой будет крутящийся стул.
обед у нас будет. Так, это подносик с едой для гостей. На утро здесь будет. Это на улице. Кто-нибудь вывозить напитки, пироженка. На улице это будет. Тоже мы оставим на улице. Это Дейзи, Мини Маус. Такая хорошенькая. Привет! И котик Фигаро. Это Дейзи, придет с ним в гости. Мини Маус. Все, Мини Маус готова принимать гостей. Тук-тук-тук-тук-тук. Дейзи пришла в гости к Мини Маус. Она и откроет дверь. Кто там? Это я, Дейзи. Привет, Дейзи. Заходи. Привет, Мини Маус. Привет, Дейзи. Я ждала тебя в гости. Показать тебе свой дом. Это мой зал. Здесь у меня диван, телевизор, столик. Я накрыла нам стол. Мы будем пить чай. В холодильничке у нее есть пирог, фрукты. В духовочке уже готовится пирог. Проходи, садись за стол. На столе у меня тоже есть тоже тортик. Чай готов. Давайте их посадим за стол. Так, ну. Здесь будет Мини Маус сидеть. Здесь Дейзи. Садим Дейзи. Вот. Будут пить чай, девочки. Оу! Так, все сидят, пьют чай. Хочешь, я тебе покажу свой второй этаж? Хочу. Пойдут смотреть дальше домик. Там мой котик. Фигаро хороший. Так, девочки идут дальше. На ступенечки. Вот, пришли. Это моя ванная, это мое зеркальце. Я тут причесываюсь уточком. Это моя кроватка. Это мой мишка. Сегодня Дели. Мы можем спать вместе сегодня. Дейзи может остаться здесь спать. Мини Маус здесь. Вот так они будут спать. Так, дальше. Это может быть комната Дейзи, если она захочет здесь спать, на этой кроватке. Тут подарок стоит у Мини Маус. Здесь она за компьютером может работать или играть в игры. Здесь компьютер у нее, столик такой.
здесь она может сушить волосики, будет делать себе прическу. Можно посадить сюда Дейзи. Тоже ей делаем прическу. Все, все красивые. И остался еще один этаж у нас. Идем сюда. Здесь Мини Маус любит сидеть. И здесь красивый вид она. Давайте они стоят. Можно полежать здесь. Подышать свежим воздухом. Вот такой домик Мини Маус. Там девочки могут пойти на улицу обратно. Здесь Мини Маус столик накрыт. Вот этот пирог, который был в духовке, уже готов. Давайте их посадим. Покушает. Так, будут кушать. Для Фигаро тоже есть еда. Он тут лежит, у него такая подстилочка удобная, мягенькая. Он тоже покушает. Водичка у него тут есть. И пришел к ним. Девочки будут играть настольный теннис. Все любят настольный теннис. Они здесь наигрались уже. Дейзи и Мини Маус идут смотреть телевизор. Я хочу сидеть на диванчике. Хорошо. Дейзи хочет сидеть на диване. Красивый диванчик. Мини Маус мы посадим рядышком на стульчик. Вот. Будут смотреть мультики. Фигаро пришел к ним. Тоже смотрит мультики. Все, мультик закончился, все идут спать. Давайте, девочки. Все идут. А Дейзи идет в душ. Вот так она принимает ванну. Мини Маус пока зарастилает кроватки. Так, Дейзи приняла душ, выходит. Такое зеркало красивое есть, она почистит зубки. И идет спать. Я на второй. Теперь очередь Мини Маус, она идет в душ, такая у нее красивая ванная. Так, она уже приняла душ, идет к зеркальцу, чистит зубки и ложится тоже. Мишку своего она берет. И Фигаро идет к ним со своей постелькой. Вот Фигаро будет тоже с ними спать. Все вместе. Всем спокойной ночи. Спасибо за просмотр.